главное предложение сегодняшнего дня – это омега-3 с южнокорейским красным женьшенем. Это разработка южнокорейского бренда доктора Канданга. Это лучшее новогоднее предложение – капсулы омега-3 за 999 рублей. Высокое давление, проблемы сердечно-сосудистой системы, упадок сил – все эти проблемы активно проявляются в холодную погоду. Иммунитет падает, и мы часто болеем, страдаем от головных болей, плохо спим. И утром у нас нет сил даже встать с кровати. Омега-3 с красным южнокорейским красным женьшенем улучшает кровообращение, деятельность сердечно-сосудистой системы в целом. И это бестселлер. Сегодня действует цена на целых 180 капсул, всего 999 рублей. На полгода приема, только вдумайтесь, в апреле мы представляли эту разработку из Южной Кореи, и цена за две банки была 2999, по сути, 3000 рублей. Сегодня вы получаете эту банку всего за 999 и принимайте по одной капсуле в день. А при оплате онлайн-банковской карты у вас плюс ко всему будет еще и 10% скидка. Звоните сейчас, представьте, насколько это лучшее, выгодное предложение из Южной Кореи. И это бестселлер. Поспешите, пожалуйста, с нами на прямой связи из Южной Кореи ученый, разработчик, доктор Ли Ван Джи. Это почетный профессор Сеульского национального университета, также председатель правления Корейского анатомического общества, президент Корейского общества иммунологов из Южной Кореи. Доктор Ли, расскажите об этой уникальной разработке, в чем ее особенность и за счет чего она такая эффективная? Я очень рад быть сегодня на связи и лично представлять наш уникальный препарат, который сочетает в себе корень красного корейского женьшеня и омега-3, самый лучший ее вид из рыб холодных морей, который укрепит ваш организм. Сейчас зимой мы все должны подумать прежде всего о поднятии иммунитета. Если у организма снижены защитные силы, то нарушается работа всех систем и органов, особенно страдает сердечно-сосудистая система. Наш препарат эффективен как раз именно для поддержания этой функции организма. Она самая главная. Кроме того, наш препарат обладает большим спектром воздействия на организм. Вот, например, прошлую пандемию коронавируса Южная Корея прошла максимально легко. Количество заболеваний одно из самых низких в мире. И сейчас в такой сложный сезон, когда бушуют вирусы, вновь есть опасность заразиться уже новыми штаммами. И мы хотим, чтобы вы поддержали ваш организм, и этого не произошло. Конечно, надо контролировать, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы. Обязательно надо убирать плохой холестерин. Наш препарат является мощным таким двухкомпонентным экстрактом, который будет помогать вам при болезнях сердца. Если вы чувствуете упадок сил, если у вас есть заболевание органов дыхания и эндокринной системы, если вы часто простужаетесь и плохо спите, наблюдаете за собой провалы в памяти, вы быстро утомляетесь, вы испытываете головные боли и высокое артериальное давление. В составе препарата два мощнейших компонента, которые в синергии очень хорошо усваиваются и поддерживают друг друга. Это омега-3, важнейший компонент для нашего сердца и сосудов. Он способствует, кстати, более мягкому воздействию самого женьшеня на сердечно-сосудистую систему. Ну а красный корейский женьшень – это корень жизни. Это мощнейший адаптоген и антиоксидант с огромным количеством сапонинов, активных веществ, которые поднимут нам иммунитет. Эффективная формула выполнена в виде капсул, которые легко применять. Достаточно одной капсулы в день, и через полгода вы почувствуете очень хороший, высокий результат. Да, торопитесь. Большое спасибо, доктор Ли. Я напомню, что занимается более 30 лет уже исследованиями, сегодня с нами на прямой связи. Вы получаете банку, в которой 180 капсул, по одной прием каждый день и 2 года срок годности. Южнокорейская разработка. Цена 999 рублей. Всего 999. Вам хватит на полгода приема. Торопитесь, спешите, 33% скидка. Возьмите в подарок, это новогоднее предложение для наших любимых телезрителей. А при покупке на 5990 будет еще и бесплатная доставка. Добавляйте еще и плюс коллаген, добавляйте пробиофит. И также цена 999 рублей. Вообще, вы знаете, у меня вот соседка попала с гипертоническим кризом в больницу. Это было, конечно, ужасно. Во-первых, она говорит, я настолько резко себя почувствовала плохо, что я, говорит, просто... У меня зашло сердце и потемнело в глазах. Дочка вызвала скорую.
Ее везли в больницу, и там ей делали, знаете, реабилитационные, практически реанимационные действия. Ее еле-еле откачали, и она потом говорит, я уже лежала, перебирала в мыслях в голове, а врач сказал, у вас так сильно изношено сердце, у вас настолько идет нагрузка, и ей сейчас очень серьезное лечение, и сказали, а вы принимаете омега-3? Она говорит, да нет, как-то это. Она говорит, так вам необходимо, всем необходим прием омега-3, тем более, что здесь омега-3 с южнокорейским красным женьшенем. Поберегите, пожалуйста, себя. Доктор Ли, пожалуйста, расскажите и порекомендуйте, кому вы, как доктор с 30-летним стажем и опытом, в первую очередь рекомендуете прием омега-3 женьшеня? Прежде всего, мы рекомендуем наш препарат людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Вы знаете, если у вас хронически тяжелое давление, скачки давления, и когда оно особенно сменяется с высокого на низкое, это очень опасно, вам необходимо контролировать артериальное давление. Капсула омега-3 с красным корейским женьшенем, как вода, необходима именно этим людям. Также вторая группа людей, которые прежде всего должны принимать наш препарат, это люди с тромбозами и с варикозным расширением вен. Все это, безусловно, самое страшное и проблема, которая приводит к самым страшным последствиям. Если у вас сильно снижен иммунитет, и вы часто простуждаетесь, быстро хватаете вирусы, это тоже ваш продукт. Если у вас зашлакованность организма, нарушена система пищеварения, наблюдаются дисперсные процессы или уже стоят диагнозы такие, как язвы, колиты и гастриты, эрозии и рефлюксы, вам тоже крайне необходимо. Ну вот я начал с сердечно-сосудистых проблем, и это действительно самое важное. Здесь, конечно, надо сказать о проблеме накопления холестерина в сосудах. Именно это в 90% случаев является причиной проблем с сосудами и сердцем. Холестериновые бляшки закрывают просветы сосудов, возникает давление, напряжение. Сердце вынуждено работать с утроенной силой и зачастую не выдерживает, происходят инфаркты. Тромбы отслаиваются, происходит закупорка сосудов и инсульты. Поэтому принимайте наш препарат, вы почистите сосуды, вы укрепите их стенки и не допустите инсультов. Благодарю вас, доктор Ли. И я напомню, что это продукт, который никогда не теряет своей актуальности и популярности. Принимайте одну капсулу в день. Заботьтесь о своем сердце. Живите долго. Мы вас очень любим.